Значит, такая проблема. Монитор может загрязняться со временем, покрываться вот такой пылью. А еще хуже, если вы любите пальцами что-нибудь на нем показывать, жирными, липкими. Вот особенно на ярких лучах солнца сбоку, это хорошо видно. Поэтому сейчас мы его отмоем. Можно на самом деле использовать практически любое средство для мытья стекол. Ну, можно и купить специальные салфетки. Итак, берем вот такое вот средство и начинаем им пшикать. Так, равномерно наносим. Буквально нужно два пшика, ничего особо ждать не нужно. Берем микрофибровую тряпочку и начинаем протирать. Вот заодно потом можно протереть окуляр веб-камеры. Он тоже иногда загрязняется, и вас хуже видно. Вот, видите, как намного лучше становится. Вот, на ваших глазах я все за 2 минутки оттер. Главное для чистоты эксперимента, чтобы солнышко не успело за это время зайти. Чудеса. Да и только. Одно удовольствие потом работать за таким чистым монитором. Спасибо большое за внимание. При этом старайтесь не использовать каких-нибудь абразивных острых материалов, потому что у вас может образовываться вот такие вот царапины на мониторе. Видите?